Я рад приветствовать всех телезрителей и радиослушателей. С вами больше не Папандер. Папандер – это зарегистрированная товарная марка какой-то там московской, а может быть и не московской компании. Все-таки это действительно вид рекламы, это коммерческая деятельность. Ну и, в общем, связаться со всей этой ерундой я совершенно не хочу. Поэтому в шапке канала вы уже видели твиттер, который называется «Бутылкус». Теперь там появилась ссылка на блог. Простой блог, в котором я буду также задавать какие-то вопросы, там можно со мной пообщаться, ответить на эти вопросы, задать вопросы мне, я на них отвечу. Но самое главное, зачем я запустил этот блог? Первое, опросы. Теперь вы можете нормально предлагать и голосовать за игры под раздачу в новых выпусках «Смелого нового мира». Просто зайдите в соответствующий раздел, ссылка есть в описании. Второе. Поскольку на канале проводится, скажем так, ребрендинг, мне необходим новый логотип, новый аватар. По этому поводу я запилил конкурс с реальным призом. Если вы хороший художник, поучаствуйте в нем. Я думаю, что 1000 рублей – это неплохие деньги для начинающих художников. Даже если вы не очень умеете рисовать, но ваш рисунок мне понравится, присылайте смело. Третье. Наличие хейтеров – это круто. В комментариях к любому каналу всегда найдется какой-нибудь коллега, который будет орать: «Ты нихуя не погибаешь в играх!» Какое же наказание мы для них придумаем? Окей. Я ни хрена не понимаю в играх. Я считаю, что любая точка зрения имеет право на существование только в том случае, если она может быть доказана и обоснована. Давайте поступим так. Если вы считаете, что какую-то игру я несправедливо назвал унылым говном, снимите видео, в котором вы покажете все лучшие стороны этой игры, прокомментируйте самые стоящие и интересные моменты и присылайте мне все туда же, в блог, ссылка на который в описании. На этом, пожалуй, все. Вечером во что-нибудь порубимся. Всем пока.